реально не видно. А здесь что там? Да. По веткам? Что-что? Обычно раны образуются из-за морозов или в результате, когда весенние колебания температур. Когда днем, например, тепленько, хорошо, так 20-25, сок начинает идти потихонечку, а потом ночью раз только и на минус сразу уходит, да? То есть так называемые солнечные ожоги. Это весенние солнечные ожоги, либо зима, просто зима, когда морозобоин из-за того, что специфически неподготовленное дерево было к зиме, то есть не было калия, фосфора и так далее, то есть неправильный режим питания, поэтому они лопаются. Ну вот тоже, сейчас вот посмотрим, что это такое, и обработаем. Мы потом будем телефон понимать, какая это рана. Здоровая или больная? Мы сейчас еще пройдемся, я думаю, что мы найдем. Вот это. Такая. Клей. Да, сахаристая такая, карамелечка. Угу. Вот, это тоже великолепная среда для осаженных грибов. То есть это вторичное уже, но дерево после этого начинает еще сильнее, поэтому важно добраться сейчас до этой раны, посмотреть, что там. Хирурги, амбутанцы, а это что, санитары? Углубляться.
Да, естественно, что когда дожди, этого делать нельзя, да? Или грибок, или бактерия, которая идет между скелетной частью и между древесиной. Что в этом случае делать? В любом случае добираться, сдирать то, что мы можем сделать, да, обрабатывать и заклеивать его. Ну, а второе, это агрономическое, то есть это надо будет его обрабатывать для того, чтобы грибочек прокапли. Да. Ну, видно, да? Ага. Вот она, хорошо видна вот эта вот часть. Ну, сейчас вот это все работает? До полвторого, да. Но обед у вас есть, да? Вот здесь минут 15 уйдет, да, на такую маленькую. Но они разные совершенно. Где-то просто повреждена кора, где-то она добирается аж вглубь. Поэтому наша задача ее обработать и закупорить. Может быть причина в каком-нибудь древоточце, который зашел. Но это не эта причина. Притом тот, кто чистит, да, трудится, а все остальные курят. Так будем же меняться от дерева до дерева. Тоже до весны дойду. Как раз весной новые ожоги. Все заново начнем. Там купочки, поле.